Сегодня мы с финалистками из блокнот 2023 приехали в аптеку «Картинки», которая расположена по адресу генерала Лизюкова, 85. Ань, ты выиграла у нас сертификат на сумму 5000 рублей и диагностику кожи. Готова пройти? Да, готова. Пойдемте. Здравствуйте. Диагностируем мы кожу с помощью прибора, и также по результатам исследования мы имеем возможность подобрать более корректно средства по уходу за кожей лица. Что выявляет этот прибор? Данный прибор у нас выявляет, если мы работаем с кожей лица, он выявляет увлажнение, определяет увлажнение кожи, он определяет pH кожи, также жирность и эластичность кожи. А сколько по времени будет длиться процедура? Данная процедура занимает не более 50 минут, в зависимости от программы. И далее уже по желанию клиента мы можем подобрать средства по уходу за кожей лица. Какие противопоказания есть? У данной процедуры, у данного аппарата нет противопоказаний, даже беременность не является противопоказанием, поскольку никакого вмешательства в организм не происходит человека. Это только поверхностное исследование состояния кожи. На процедуру нужно приходить с макияжем или без? На данную процедуру необходимо прийти без макияжа, можно с макияжем, но без использования тонального средства и пудры, поскольку использование тонального средства и пудры дает некорректные данные. Людям с проблемной кожей будет полезно пройти обследование на этом аппарате? Да, людям с проблемной кожей будет полезно проходить обследование, поскольку с помощью этого аппарата можно определить pH кожи, и определить жирность кожи, что, собственно, даже жирная кожа может быть обезвоженной и иметь признаки шелушения. На этом у нас все. Ань, ждем тебя! У нас есть замечательный аппарат, благодаря которому мы можем более корректно подобрать уходовое средство по уходу за кожей лица. В данном случае обратилась девушка с просьбой подобрать средство по уходу за кожей лица. Исследовать мы будем кожу на увлажнение. И необходимо 5 минут вашего времени, вы будете отвечать мне на мои вопросы. И будем проводить такое небольшое тестирование. Единственное, что такой момент, что перед тем, как тестировать, кожа необходимо, чтобы кожа была очищена и не было макияжа, в частности, тонального средства и пудры. Я могу вам предложить средства, которые будут увлажнять кожу, которые не будут иметь ограничения по применению, то есть будут подходить и для применения утром, и для применения также вечером. Каждый житель Воронежа с 9 утра до 6 вечера может прийти в аптеку «Картинки» и пройти диагностику абсолютно бесплатно. Важно, на процедуру нужно проходить без макияжа. А вот у нас уже и Аня освободилась. Давайте спросим ее впечатление. Мне все очень понравилось, консультант прекрасный, все объяснила, подобрала. Вот у меня же пакетик есть, дала рекомендации, все прошло безболезненно, быстро и очень комфортно. Я довольна, спасибо большое блокноту за подаренный сертификат и сети «Картинки» за подаренные эмоции и косметику.